Президент США Барак Обама провел телефонные переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абе. Лидеры стран-союзниц договорились о сотрудничестве при обсуждении вопроса о новых санкциях в отношении КНДР, объявившей об успешном испытании водородной бомбы. Решительные меры мирового сообщества должны стать сильным сигналом для КНДР. Важно предупредить новые провокационные действия, отметил Абе. Президент США заявил о своем всестороннем согласии с премьером Японии и назвал ядерные испытания Северной Кореи подлыми действиями, угрожающими региону и мировому сообществу. Обама подчеркнул, что США примут все меры для защиты своих союзников в регионе. Между тем, Южная Корея также ведет с США переговоры. Тема обсуждения – развертывания на Корейском полуострове американских сил и средств стратегического назначения. Испытание ядерного оружия, о котором Северная Корея объявила 6 января 2016 года, четвертое по счету. Однако эксперты выказывают сомнения в том, что была испытана именно водородная бомба. Ранее КНДР осуществила ядерные испытания в 2006, 2009 и в 2013 годах. В ответ Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна различные санкции. Thank you.